Всем привет, друзья! С вами я, русский водила. И сегодня у нас Эгварс на сервере playvillagems.net. Как давно не было видео с голосом и с микрофоном. Да. Вот. Но я все-таки решился здесь. Я купил себе, вернее, микрофон. Да, купил микрофон и решил, так сказать, заснять вам парочку видосов. Сегодня прошел стрим. Это круто. Первые два стрима с моим микрофоном. И вот. Я говорить уже, наверное, разучился с вами, с подписчиками, так как сколько я три месяца отсутствовал. Да. Ну вот. Это ладно. Самое главное. Я тупой. Да, я уже совсем разучился играть в Майнкрафт, особенно под запись. Читеры. Как он вот так вот этот по мне вообще не попадает. Да, видно, у меня вообще не получится поиграть. Потому что вряд ли мне дадут эти чубрики поиграть. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, то, что просто разговорный ролик. Давно я не выпускал видео. Очень по всем подписчикам соскучился. Общения, так сказать, мне не хватало с вами. Ну а сейчас я могу возобновить это все. Так как есть микрофон. И можно записывать видео теперь. А не только анонимные стримы вести. А то что-то за последние дни на моем канале слишком часто начали идти стримы. Пока я тут с вами болтаю. Я промахнулся сейчас, конечно же. Ну все. Первая игра промахом. Я хочу хоть в одной игре победить. Я очень плохо играю во все эти мини-игры. Но так, чтобы выпустить для вас видосик крутой. Можно и поиграть с проигрышами. Мне же не важно победить. Главное поиграть. Я первый в табе. Вот я Fast 555. 2К. Нанимайте меня за несколько миллионов долларов. Ага. Я и так могу говорить, как видео уголька. И так могу говорить. Все равно. От этого, надеюсь, ничего не изменится. Ну, я вам вообще что-то рассказываю не то. Я уже весь сценарий забыл. Весь все из головы вылетело, пока я играю. О, спасибо. А, нет. Ага. А, да. Пау! Паучки-бомбони. Паучки-бомбони. Паучки-бомбони, чики-бомбони. Чики-бомбалайла. Чики-бомбом. Пау. Пау-бау-бау-бау-бау-бау. Чё он тут? Хе.
Понятно, что он тут. Фух. Какой-то эпик. У всех почему-то бирюзовая броня, видимо, у них такие умения стоят. Паба Эдварсим. Да, дабы дварсились. ФПС нормально. Нормально. Осталось только победить. Извините то, что я молчу. Я уже отвык от того, то, что с вами говорить. Фух. Ну что, чувак? Давай. Так и стоит. Пау. Пау. Нет, уж ты не убежишь. Как? Ты что такое? Hello! Мазыпа. Бау. Давай, давай. Бау. Нет. Нет. Вы что? Совсем? Мразь. 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 Вот такая вот мразь. Вот мразота. Как она меня убила? У меня же ХП меньше было. У меня ХП закончились. Ладно, третья, последняя игра. На это. И на этом, я думаю, мы можем закончить, потому что мне надо привыкать. Поэтому стримы будут с голосом, чтобы я более-менее как-то адаптировался. Снова ко мне привычка разговаривать с подписчиками пришла. А то как-то... Давай, Тимушка, давай, Тимушка, давай. Вот так надо строиться. Я недавно научился так строиться. Полетели вниз. Фух. Даже не знаю. Я хочу затащить хоть в одной катке. Еще не строится никто. А, нет. Они предпочитают принести себе легкое поражение.
Все, прощай. Я терминатор. Терминатор машина. Терминатор. Терминатор. Прощай. А Тим тут запрещен, дружок. Главное, чтобы меня сейчас не спихнули. Куда-то побежал или нет? Где он? Не надо прятаться. Я ничего плохого не сделаю, просто убью. Ладно. Прибегаем к мерам. А кто это у меня тут сидит? Сам падай. Хоть в одной игре мне везет. Карта хорошая. Да я размялся уже. Вы чё на моего тиммейта соль крошите? Пау. Пау, 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 пау. Нет. Ну только я поверил себе. Ну что? Что ты? О, ну спасибо за такое-то. Грех лайк не поставить за доброго тиммейта. Ой-ой-ой-ой. Привет, дядь Вань. Дядь Вань. А ты сегодня пирожки по сколько покупал? Я несу какую-то чушь. Я это знаю. Пау. Пау, пау. Ну нет. Ну что вы? Ну что, совсем что ли? Я вам что? Так, ура. Да я смотрю, ты вообще топ. Думаю, можно сложить сюда вот кое-какие ресы. Тимо, это а я еще с блогером попался? С филлджером. Ведь он снимает, как и я. Ну, видно, не судьба. Чё там у синих? Что ты оттуда свалил? Спасибо за меч, твари. Извините то, что я их обзываю так, но просто они реально тубыри. Вот их план какой, ядки. Ну все понятно. Значит, будем бить их. Прощайте. Не знаю, зачем я топор купил. Но... Прощайте. У меня тут назрел план. Почему бы мне сейчас не полететь на Эндерперле красной команде, а? Кому как нравится идея?
Ролик длинноватый получается, я это знаю. О, благодаря мне кто-то упал. Хотя я никого не скинул. Ну и ладно. Чё тут? Первый раз живем, что? Ну-ка, первое, второе, третье, четвертое, пятое. Это вообще не знаю куда. Это тоже. А почему не знаю куда? Сейчас все знаю куда. Кстати, надо улучшить, чтобы было круто. Пока на одну не хватает, то так я уже... Вау! Супер! Вы говорите, если меня не слышно. Напишите в комментариях, если меня не слышно. А то я думаю, сейчас без наушников сижу. Вот думаю, слышно ли меня или нет. Слышат ли меня подписчики или нет. Ой-ё, прям в лобешник. Сейчас они его забьют. Е-е-е. Молодцы. Ну, у меня есть препарат получше против этих двоих. Раз. Где второй? А второй на меня с лука. Но мне-то все равно. Опа. Понятно? Понятно, мне уже тут не жить. Вернее, вряд ли жить мне тут еще осталось. Они забрали мои вещи. Неприкольно. Одного я скинул. Вот от этого и неприкольно. Надо этих лукодрочеров, как их все называют, унести подальше. Отсюда. На территорию через порвались. Как? Что-то как-то... Надо было бежать, наверное. У него 7 хп там осталось. Или даже 4. Бежим. Они там встали. О, тварь. Ой. Блин, а такими темпами я за это все платить не собираюсь. Не собираюсь. Поэтому надо действовать. Я тоже, пожалуй, куплю лук. Только лук помощнее, мощнее ихнего.
Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, молодец, спасибо. Они за мной не бегут? Бегут. Первый взнос готов. Добрый вечер. Я с вами. Сегодня диспетчер. Я мимо них прошел. Мне надо еще два изумруда. И по минимуму больше алмазов. Вот. Ну ладно. Лук не получится купить, да? Надо прокачать по максимуму этот генератор, чтобы мы смогли получать изумруды, ой, алмазы эффективнее. Еще 5 изумрудов бы и вообще просто топ бы был. На данный момент нам надо 30 изумрудов. Ой, алмазов. Че я алмазы с изумрудами путаю? Совсем уже. Минута прошла. Изумруды заспавнились. Тут потихоньку. Ха, а что мне купить? За 5 изумрудов прокачать или нет? Тогда мне надо будет еще 3 изумруда. Ну, пожалуй, мне надо будет. А, они там доторговались. Транзакции у них киевские. Стрелы эффективнее смогу покупать. Давай еще. Последний изумруд. Все. Изи. Сейчас смогу и алмаза прокачать. И все. А, все, больше прокачать нельзя, да? Тут каждые 5 секунд будет спавниться. И у меня еще на лук есть средства. Поэтому все зашибунь. Еще лук на откидывание сейчас куплю. Ох, все. Им капец будет. Даже не представляете, какой. Я сейчас, наверное, в изумруды вложусь. Да нет! Да почему ты... Фух. Я только хотел прокачать. Ты тут подлез. Да, ролик уже идет 24 минуты. А я, так сказать... Один плюс, тут спавнится хорошо. Не успел. Интернет. Вот бы все за алмазы можно было покупать. Я зол. Очень зол на них.
потому что они достали меня. Все, сейчас будет по максимуму. Я закупаю лук. И все. Возьму железную броню, которая у меня там есть, в запасе. И буду на них идти. Все. Внимательно смотрите. Раз. Два. Я не понял. А. Все. Нормально. Зачем я только купил ее? Кольчужку. А хотя не, это останется. На долгую память. У нас теперь очень быстро спавнятся алмазы, и теперь просто можно прокачать до максимума. 13 выдает. Сейчас вообще быстрее начнет. Где там они? Все. Прощайте, тварь. Я пришел мстить. Я не отстану. Слышите? Не отстану. Пятнадцать даймондов еще. Подожду 30 секунд. Тринадцать уже есть. Мы, значит, потимились, значит, с этим. Ну и хорошо. Хорошо. Это самое прикольное. А, не. Это будет теперь наш. Не надо. У нас своих много. О, все. Спасибки. А то они что, все алмазники ходят, а я голенький. Ну, вернее, в кольчужке, но все равно это не ламазка. Ну ладно. Купим топор. Чтобы всех, если что, их разрубить. Я не понял, у меня же с ВПС нормально. Что, у меня проседает, что ли? У меня столько всего сейчас. Все. За 7 секунд там один спавнится. 16 даймондов. Интересно, во что их можно инвестировать? Уже 8 изумрудов тут заспавнилось. Подожду. А, да что тут еще изумрудов много. Собрать только надо их. 13 изумрудов. 15 изумрудов. Это вообще топ. Самый длинный ролик на моем канале. Представляете? Самый длинный. Я сейчас покупаю еще на всякий случай меч.
Ну, например, для того, чтобы это в эту руку, чтобы наносить удары больше. Например, когда я бью людей, два топора, ну, два этих орудия срабатывают. Всего чуть-чуть подождать. Всего чуть-чуть. И последний надо. 5 секунд ждем и нападаем на них. Потому что я сейчас закуплюсь эндерпёрлами. Уже есть. И все, максимально просто берем и инвестируем до остроты 3. Ну все. Они на нас не нападают. Это хорошо. Потому что сейчас им будет капец. Нравится мне это. Нравится мне играть. Нравится мне с вами общаться. Ну что, пойдем их уничтожать. Замуровались там всякие дю-дю-дю. Вы не думаете, то, что я могу просто взять вот там? Брысь! Нет! И я упал. Извините, то, что замолчал. Наверное, вам слышно вот эти звуки. Ко мне кошка пришла в комнату. И сейчас ищет себе место для того, чтобы поспать на моем столе. А я не вправе ей отказывать. Она иначе исцарапает полностью. Полностью. Вон, шипит. Опа. Чё там происходит? Блин, я не на свою базу бегу. Нет. Меня сейчас могут скинуть. Последнюю дождемся. Ну все. Капец. Все. Они бегут оттуда. Нате вам, изумруды. Кобздос вам, кобздос. Вы меня убивали. Все. Вам конец. Да, кобздос. Вот так он выглядит. Заспавните такой. Ой, чё? Ой, тяй. Не-а. Я вас сразу убью. Чего? Давай. Кто еще осмелится?
Осмелишься? Вот так вот. Вот так вот, осмелишься. Чё ты дерёшься? Тебе никто не поможет. Пойми, тебе никто не поможет. Чё ты тут бьёшься? Думаешь, ты одолеешь меня? Хапай, конфликты, бе, хапай. Да. Смекалки хоть отбавляй. Они не думают. Я просто возьму сейчас и, пока их там отвлекают, давайте их там. Держите, я уже ломаю. Себя же убиваешь. Ну что, всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели, всем удачи. Да, я больше половины ролика общался с собой. Ролик вышел на 40 минут, представляете, на 40. Но я не буду заканчивать эту катку, потому что 3 катки максимально длинных вышли. Это ролик без монтажа пока что. Я специально вам покажу, как я снимаю. Ну все, всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока.